Дорогие друзья, всем привет! Уже добавили в игру нового персонажа Джин, и стоит он 269 гемов уже в магазине. Ну, как его, конечно же, не купить? У меня есть боксы, и у меня их много, но я их оставлю для какой-то пассивочки, буду открывать и выбивать. А Джина, естественно, сейчас приобрету, и, блин, немножечко и рад, и немножечко грустно. Грустно от того, что, блин, ну зачем вы его добавили сразу в магазин так дешево? Ну реально, ну это же его сейчас получат абсолютно все донатеры. А вот не донатеры будут сидеть и вот так вот, скрипя зубами, говорить, какие мы плохие. Но, ребятки, я про вас позаботился. Я реально хочу, чтобы вы его тоже получили бесплатно, в числе из первых. И я запускаю конкурс. Конкурс на этого Джина. И я его сегодня разыгрываю. Целых 5 призовых мест. Но, блин, условия конкурса сегодня реально будут интересными. Ну, как из предыдущего на скины. Только в этот раз вы можете намного увеличить шансы свои в победе. Итак, смотрите, так как я 17 числа улетаю, я буду в этот момент в Египте. А результаты конкурса будут именно в воскресенье 17 числа. Вам выдаст мой админ Богдан Бандура. У меня на официальной страничке ВКонтакте, он закреплен на стенке. Он вам выдаст 5 джинов, я ему оставлю деньги, и он вам всем задонатит. То есть, чтобы понять, что это не фейк, чтобы вас никто не обманул, с моей официальной странички посмотрите на его ссылку, чтобы вы поняли, что это именно он. Потому что я у него есть в друзьях с галочкой. У других людей, чтобы вам фейки не писали, я в друзьях нету. То есть Богдан Бандура, это очень важно. Можете прямо сейчас его там добавить в друзья, чтобы потом его не искать. Итак, 5 джинов я отдаю вам бесплатно. Давайте я вам расскажу, что нужно сделать. Условия простые, не нужно там никуда переходить, подписываться, ставить репосты, лайки. Смотрите, все, что вам надо, подписаться сейчас на канал и скачать одно приложение. Сейчас я вам его быстренько покажу. Вот, смотрите, приложение называется VGamer, ссылка на него будет в описании, просто его скачайте, тут чат для игр, просто скачайте и вступите в мою беседу, мой чат вступите. Только очень важно зарегистрироваться в этом приложении еще раз, если вы вдруг были зареганы ранее. Шанс намного увеличивается, когда ты создаешь себе... ну, несколько аккаунтов, да, то есть, если я в обычном конкурсе против этого, когда репосты делают, потому что создают фейк-страницы, и там непонятно, вдруг это совершенно бот, то здесь, в принципе, можете проявить такую активность, посмотрим ради эксперимента, что получится, вот, если все будет окей, то будем проводить подобные конкурсы чаще. В общем, скачивайте, вступайте в чат, обязательно создайте аккаунт, зарегистрируйтесь, вступите в чат. И ждите 17 числа, среди этих участников чата будут выбраны победители. Целых 5 победителей, целых 5 везунчиков получат бесплатно этого джина прямо себе на аккаунт. Я его задоначу, не я его лично задоначу, мой админ Богдан Бандура, еще раз, у меня на страничке он закреплен. Ну что, я покупаю, давайте, что у нас тут, получается 170 гемов, давайте задоначу, 10 бачей, поехали. Да, я так ждал тебя, Джин. Делаю скриншот перед покупочкой. Ой, боже мой, я не знаю. Посмотрим, насколько он имба. Имба ли он вообще? Поехали, вот он, родной. Бля, он мифик, как я и говорил. По поводу того, что у него был синий фон, это потому, что он не разблокирован был. Вот, ну теперь я это знаю. Так, ну что, иди сюда, блин, ну реально, мифика. Где ты, я тебя не вижу, серьезно. Я его не вижу, я слепой, я в глаза балуюсь, где он? Где он, ребята? Где он? Давайте я перезапущу игру. Что такое? Я его не вижу. Я реально... Что такое? А где он? Давайте по порядку. Так. Шелли, Нита, Кольт, Булл, Джесси, Брок, Динамайк, Бойл, Примо, Барли, Поко, Рико, Дэрил, Пенни, Пайпер, Пэм, Фрэнк, Морти, Стара, Спайк, Ворон, Леон. Простите, пожалуйста, простите, но что происходит? Я его не вижу, отвечаю. Его на показе 23 бойца, но его нету. One moment.
Ребята, его тупо нет, я уже несколько раз перезапустил игру, его нет, он должен в списке мифических персонажей быть, а его тупо нету. Вы извините за мои опухшие глаза, я проснулся специально рано, потому что, если бы я проснулся позже, я бы ничего не успел. И я просто до утра не спал, пилил ролики, я уезжаю скоро, и я хочу, чтобы вы, когда меня не будет, смотрели мои видосики и не забывали про меня, потому что там у меня не будет интернета хорошего. Поэтому не смотрите на мое вот это лицо, я знаю, что у меня оно опухшее такое, но я только-только проснулся, даже не завтракал еще, поэтому, что такое, меня кинули разработчики, я купил джина, а его нету, нигде нету, смотрите, нигде нету, я не балуюсь в глаза, посмотрите, его нету нигде. Я уже им написал в помощь, техподдержку, где джин, вы че, прикалываетесь? Короче, давайте попробуем сыграть катку и посмотреть, может быть, все-таки... Может быть, все-таки он появится после катки? Поехали в бой. Но они меня тупо киданули. Я купил его, но его нет. Ну, я, кстати, вот сейчас чекаю ВК, ребята. Мои коллеги тоже его приобрели, и у них тоже на аккаунте нету. Мне кажется, это из-за того, что он еще не вышел. Он, наверное, выйдет вот это в 11 утра. По идее, он должен выйти в 11 утра. И вот в 11 он появится у нас в магазине. Я не знаю, это они решили перед... этим сбрить денег просто или что, или не понимаю. Так, я чуть не умер. Давайте сейчас отыграем хорошенько, да? Чтобы не проиграть. Кстати, ребятки, забыл сказать, у меня сейчас стримы на другом канале, ссылка будет в описании. Подписывайтесь, пожалуйста, на этом канале Strike. Вот, поэтому буду вас ждать. Так, тихо. Угу. Везде Шелли, везде Булы. Классика. Это классика. Одни бомжи. Давай. Ну, понятно, это карта для этих. Именно персов. Так. Ничего, почему никто этот бокс не забирает? Так стрёмно. Давайте вот тут стоять. Вроде выгодная позиция. Капец, да я до сих пор, Вахтер. Я хотел на джине поиграть. Джина только добавили и сразу же убрали из игры. Просто лол. Капец. Это просто же... Ух ты, как это было неожиданно, да? Почему еще до сих пор 5 бойцов? О, смотрите, какой уверенный Булл в себе. Но он, кстати, меня убьет. Наверное. Оп. Уходи от меня, противный. О, он умер, отлично. Спасибо тому челику, который его убил. Все. Конечно, он меня убьет. Конечно, я уже возле кустиков бегаю. Капец, а что делать? Джина-то нету. Но я предполагаю, что его, видимо, еще не ввели в игру. Тогда нахуй добавлять? Сука, вот это спецпредложение разрабы. Что вы делаете? Нахер вы это делаете? Просто это бесит меня, потому что, сука, значит, предложение добавить они не забыли, а перса добавить они добавят по графику. Зато баблишко-то мы сейчас подрубим. Просто бесит. Ну, добавили бы вместе уже и спецпредложение, и перса. Нахер вот эту кашу делать? Че мне делать? Где мой перс? Я купил его на видос. Я хотел поиграть. Извините, у меня бомбит. Реально, у меня уже бомбит. Просто... Я вам объясню, почему меня бомбит, ребята. Объясняю. Вот некоторые меня не поняли. Они вот не слушали, не прониклись в то, что я хотел сказать. Чё ты жалуешься? Ты донатер, конечно, у тебя все есть. А ты попробуй не донатить, тебе не будет скучно играть. Просто послушайте, значит, я жаловался не на то, что я доначу, и у меня все теперь есть, я все получаю, всех персов, фуловый аккаунт, я жалуюсь на то, что это очень легко получить, это очень доступно, а чем проще это получить, тем быстрее игра надоест, в этом и соль, что чем ты сложнее получаешь какие-то ачивки, каких-то персов, какие-то, в целом, да, когда тебе сложно проходить игру, тем сложнее. Вы скажете, так не донать, тебе будет нелегко. Да, но, ребята, когда тебе вот заходишь в магазин, а у тебя есть возможность задонатить, и тебе предлагают задонатить, поверьте мне, устоять трудно. Вот, просто по-человечески меня поймите, трудно устоять. Но вот если бы у вас было бы на кошельке вот доступная сумма, и вам предложили бы купить там легендарочку новую, вы бы купили, не обманывайте себя,
признайтесь, вы бы купили. То же самое со мной. Это такой психологический уже фактор. Это на подсознание ты уже идешь и покупаешь. Да, можно не донатить. Но, блин, все равно даже донатить должно быть сложно прокачиваться, как это в рояле было. Тут легко, если донатишь, все, смотрите, у меня уже все персы. И бомбит меня то, что, во-первых, они его сделали так дешево. И, ну, опять же, не поймите, поймите меня правильно, я знаю, что кому-то даже это дорого, но, блин, для нового перса это дешево. И еще не добавили в игру, значит, денег они получили, а перса мне не дали. Я заплатил за него, я получил, я выбил. Где мой перс? Бомбит, бомбит. Фух, все, я выбомбил, выбомбил. Простите, друзья, простите, правда, я проснулся ради этого персонажа. Это такая честь для них. Ох, простите меня, простите, блин, забомбил. Я знаю, вы все равно пишете, что я не прав, обосрете меня там. Но, блин, я хотел поиграть. Ладно, пойду этот ролик выложу, участвуйте в конкурсе. Как только он появится, я сразу же пилю новый видос и буду играть. Просто жесть, это просто жесть. До новых встреч. Увидимся совсем скоро. Участвуйте в конкурсе, скачивайте приложение, вступайте в мой чат. И я вас, я вам 5 джинов отдам. Всем удачи.